На западе Канады в городе Эдмонтон неизвестный сбил полицейского, после чего нанес ему несколько ударов ножом. С места происшествия злоумышленник скрылся. Позже правоохранительные органы задержали его уже за рулем грузового фургона. Во время погони тот намеренно пытался наехать на пешеходов. В результате пострадали и были госпитализированы еще 4 человека. Власти считают, что злоумышленник действовал в одиночку. Личность нападавшего не раскрывается. Инцидент расследуется как теракт.